сколько весит облако. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Вопрос сложный. Так как одинаковых облаков не существует, они отличаются друг от друга формой, размерами, временем жизни, высотой, на которой находятся и на которую простираются, температурой воздуха, скоростью восходящих движений внутри облака. Чем теплее облако, тем больше обычная его водность, масса жидких капель и кристаллов льда или того и другого в одном кубическом метре воздуха. Чем больше скорость восходящего движения внутри облака, тем больше влаги в нем может быть. Давайте подсчитаем, сколько примерно воды содержится в том или ином облаке. Начнем с тонких слоистообразных облаков нижнего яруса, которыми часто бывает затянуто небо осенью и зимой. По сути, это настоящие облачные поля площадью до 5-10 миллионов квадратных километров, что примерно сравнимо с общей площадью Австралии и Океании и в два раза больше территории Индии. Толщина таких облаков обычно составляет несколько сотен метров. Водность примерно 0,3 грамма на метр кубический. И содержать в себе такой гигант может около 500-800 миллионов тонн воды. Перистые облака уступают в размере. Расположенные на высоте 70 километров, они могут закрывать площадь до 4 миллионов квадратных километров. Для сравнения, площадь Египта составляет около 1 миллиона квадратных километров. Толщина таких облаков около 1-2 километров. Водность, скорее ледность, поскольку они состоят в большей части из кристаллов льда, низкая, около 0,3 грамма на метр кубический, за счет чего перистые облака намного легче и весят около 30-50 миллионов тонн. Впрочем, не все слоистые и перистые облака достигают столь внушительных размеров. Да и не всегда легко понять, одно это облако или несколько. С Земли эти границы вовсе не видно. Ученые определяют их по спутниковым снимкам. С кучевыми и кучево-дождевыми облаками проще. Их края видны невооруженным глазом. Такие облака имеют небольшую протяженность, но они довольно высоки. В теплый солнечный день мы видим легкие кучевые облака. Они имеют диаметр около 1-2 километра и вырастают вверх примерно на столько же. Водность варьируется от 0,5 до 2,5 грамм на метр кубический. Ученые обнаружили простую зависимость. Чтобы определить водозапас кучевого облака, толщина которого не превышает 4 км, надо возвести толщину в квадрат и разделить на 3. Например, для облака толщиной 2 км водозапас составляет 1,2 кг на метр квадратный, а для облака толщиной и диаметром в 1 км 0,3 килограмма на метр квадратный. Кстати, 1 килограмм воды на 1 метр квадратный – это те самые миллиметры, в которых измеряются осадки. То есть, если осадить всю влагу из облака толщиной в 1 километр, образуется слой воды толщиной всего 0,3 миллиметра. Для получения массы надо умножить водозапас на площадь. Например, для облака диаметром и толщиной 2 км масса облака составляет около 4000 тонн. Облака диаметром и толщиной в 1 км весят около 250 тонн. С громоздкими кучево-дождевыми облаками ситуация сложнее, потому что водность в них сильнее меняется по высоте, хотя примерно варьируется от 1,5 до 4,5 грамма на метр кубический. Такие облака могут простираться на высоту на 10 километров, а в тропиках и на все 20 километров, достигая 10-30 километров в диаметре. Но опять же, ученые в свое время вывели закономерность. Если разделить максимальное значение водности в вертикальном профиле на 4 и умножить на толщину облачного слоя, можно получить приблизительные оценки водозапаса. Так, для облака толщиной в 10 км и максимальной водностью в 4,5 грамма на метр кубический, водозапас составляет около 11 кг на метр квадратный. То есть, если осадить все облако, под ним образуется слой воды чуть больше 1 см. Вес считается также.
умножением водозапаса на площадь. Получается, что кучево-дождевые облака такой мощности и диаметром в 20 км будут весить около 3,5 миллионов тонн. Правда, современные спутниковые данные показывают, что эти оценки являются приблизительными. Таким образом, кучевые облака, как правило, намного легче перистых и слоистых. Есть и другие типы облаков, но увидеть их большая удача. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!